Тяги поменяли, шары у тебя новые, аморты все живые. Ну а так все нормально. Блин, круто все сделал. Рахмат тебе большой. Всегда рад, когда клиент доволен. Вот квитанцию, оплатишь бухгалтерии за работу. Как раз хотел поговорить с тобой об этом. В смысле? Ну хотел отсрочку небольшую взять. На недельку. То есть ты дождался, пока я закончу тачку, чтобы потом мне об этом сообщить? Меня недавно на крупную сумму кинули просто. А там кредиторы, коллекторы, спортики. Где деньги? Сегодня вечером для меня. Понял? Да-да. В общем, кино, не жизнь. Завязывай, Дэн. Не по-мужски это. Твои понты не мои понты. Макс, я все понимаю. Просто ты меня тоже пойми. Ладно, черт с ним. Отдай квитанцию в бухгалтерию. Пускай запишут на тебя. Спасибо тебе большое. Слушай, а ты не хочешь продать мне свою тачку? Не, она не продается. Ну ты же сам говоришь, долги у тебя, проблемы с деньгами. Если бабло срочно понадобится, ты знаешь, где мне найти. Я заберу ее. Ну, конечно, не по своей цене. 3-4 косаря скинешь. Не, ну а мне какой смысл тогда? Это быстрый кэш. Рынок сейчас стоит, сам знаешь. Ты ее месяца два продавать будешь. А у меня есть бабки. В общем, сам решай. Ну да, ты прав. Ну я подумаю. Давай. Привет. Привет. Заходи, я уже почти закончила. Почему ты дома работаешь? У нас вообще-то свой цех есть, и даже швеи свои есть. Мне так привычней. Я в цеху только шить могу, а дизайн совсем не придумывается. Честно говоря, я боялся, что ты не успеешь. Форма, кстати, классная. У меня все в последний момент. Всю ночь шила. А, кстати, где Дэн? Я думала, вы вместе. Он опять где-то бегает. Знаешь, мы вчера с ним разговаривали по душам, и он мне дал слово, что теперь мы работаем как команда. Алло, Дэн, ты где? Да, я на СТО сейчас машину забираю. А, ну хорошо, мы уже готовы ехать презентовать, только тебя ждем. Блин, ну походу без меня будете презентовать. Я не смогу. В смысле? Мы же с тобой об этом вчера только говорили. Ты мне сказал, все, мы вместе, мы команда. Бро, мы команда, но у нас огромные долги, к которым вы не причастны. Их нужно раскидать сегодня. Давай обсудим, вместе найдем решение. Я тебя знаю, ты сейчас опять какую-нибудь мутку придумаешь. Да не, все нормально, брат, не парься. Пойду к отцу, по-другому я такие деньги до вечера не найду. А он даже спрашивать не будет, даст как всегда. Уверен? С долгами я все решу, а вы сделайте крутую презентацию. Порвите всех, нам очень нужен этот заказ. Ну давай, бро, удачи. Вечером в цеху увидимся. Все, ладно, давай.
Дэн, я так поняла, не едет. Да, он решает организационные вопросы. Мы вдвоем поедем. Слушай, не знаю, как правильно сказать. Не хочешь поужинать? Поужинать? Это как свидание? Не знаю. Ты против свидания? Да нет, не против. Просто, может быть, сначала пройдем конкурс, а потом не спеша обсудим. Да-да, конечно, я и не хотел торопить. Просто там... Бигджан, это я. Слушай, а что там с сервантом? Мне вчера мама звонила, говорит, ты его так и не привез с дачи. Я еще не успел. Дел много было. На выходных съезжу и заберу. Да какие у тебя могут быть дела? Я тебя, Бигджан, один раз попросила, как мужчину, о помощи. Ну неужели так сложно нанять одного грузчика с грузовиком? Здесь даже мозг напрягать не надо. Жанна, я сейчас за рулем, мне говорить неудобно. Я на выходных все сделаю. Если тебе сложно, так бы и сказал. Я бы нашла кого-нибудь, того, кто держит слово. Это, видимо, и есть та самая Жанна. Да, она самая. Я думала, она тебя, что вы расстались. Да так и есть. Просто она попросила меня кое-что перевести из дачи. А тут дело столько. Ты же сама знаешь. Да, знаю, конечно. А вообще, это все, конечно, так по-женски. Что именно? Ну, это все. Ну, что она делает? Расстаться с парнем, жить своей жизнью и все время держать его на привязи. Ну, под контролем. Спасибо. Вы меня сегодня все радуете. Не обижайся. За правду не бьют. Блин, как не вовремя. Что такое? Аккумулятор сел. Подкуривать надо. Надо поискать тут на районе, может, у таксистов кусачки с проводами найдутся. А у меня тут друг совсем рядом работает. Давай я ему позвоню. Сколько тебе нужно? Ну, там, 1012 долларов. А зачем понадобилась такая сумма? Ну, помните, у меня цех был? Мы с друзьями решили его расширять. И хотим закупить новое оборудование. Я же вроде тебе давал деньги на цех. Уже освоил? Расходов оказалось больше, чем ожидал. А если правда? Я в карты проиграл. А ты в карты играешь? Нет, я особо не увлекаюсь, пап. Просто так получилось. А возвращать надо в любом случае. Дело чести же там. Дело чести, говоришь? Да что ты можешь знать о чести? Ты хоть задумывался, откуда берутся эти деньги? Какой труд за ними стоит? Или ты только разбазаривать умеешь семейное добро? Я к вам вообще-то за помощью пришел. Если жалко, можете не давать. Ну-ка, вышел отсюда. Заводи машину. А вот он. Бег, знакомься, это Артур. Артур, это Бег. Показывай, что случилось. Да, аккумулятор сел. Старый, наверное.
аккумулятор. Ну? Да и машина, я смотрю, не новая. Ладно, тещи у меня нет, подкурить я все равно не смогу. Давайте я вас так отвезу, а ты потом со своей машиной сам разберешься. Артур, там в багажнике манекены с одеждой. Вы их тогда погрузите, а я в магазин за водой схожу. Слушай, братец, как ты сказал, тебя зовут? Бек. Бек, сядь назад, пожалуйста. Пусть сюда Камила сядет. Камил, вперед, садись. Не-не-не, поедем на твоей машине. А куда поедем, если не секрет? В село. Пап, ну тогда явно лучше вашу машину взять. Что, стало жалко свою машинку? Но она не предназначена для села. Я на ней в городе еле как езжу. Теперь будешь знать, как покупать непрактичные машины. Если вы забыли, я на нее сам заработал. Артур, спасибо большое. Очень выручил. Да ерунда. Обращайся. А ты что теперь? Окончательно швеей заделалась? Ты же там вроде где-то в банке работала. Нет, теперь у нас свой швейный цех. Мы с Беком-то вместе работаем. А, так ты тоже швея? Нет, я менеджер. Менеджер? Ну что, менеджер, манекены сам донесешь? Или помочь? Сам донесу. Бег, давай помогу. Камил, сам донесу. Ну дай один манекен мне. Я же сказал, сам донесу. Молодой человек, аккуратнее же надо. Смотрите, куда вы идете. Не хамите мне. А вы не указываете мне, что делать? Бег. Вы же видите, что я иду с манекенами. Так, немедленно извинитесь. Пожалуйста, проходите дальше, не буду перед вами извиняться. Извините, пожалуйста, что так получилось. Хам. Да еще и в школе. Все в порядке? Все нормально. А здесь кто-нибудь живет? Если б никто не жил, в доме ни одного стекла бы не осталось. Посигнали. О, байке. Это кто? Родственник. О, байке, как вы? Что, что вы не предупредили, байке? Мы с женой приготовились по вашим приезду, байке. Ничего страшного. Не беспокойся. Это ж в конце концов мой дом. Сына моего помнишь, Даняра? Да, помню. Вырос. А Даняр чем занимаешься? Глупостями занимается. Байке, проходите, я ворота открою. Не надо. Даняр сам откроет. Прошу. Ого, не думал, что тут прям такой большой конкурс. Заказ-то большой, тем более конкурс открытый. Да. Капец. Что? Посмотри на сцену. Весело. Ну, я думаю, что сегодня мы не выиграем. Может, пойдем домой? Перестань.
Спасибо всем, кто изъявил желание поучаствовать в конкурсе на пошив школьной формы для наших детей. Меня зовут Венера Муратовна, я председатель родительского комитета. Хочется сказать, что так как наши дети учатся не в простой школе, а в школе-гимназии, причем в одной из лучших в городе, то мы ищем необычную форму для наших детей. Спасибо всем. Здравствуйте. Перед вами мы показываем нашу школьную форму, которую мы разработали вместе с нами. Жена уехала навестить своих родственников. Так что, Баке, извините, если что-то не так. Дякия, не беспокойся. Можешь просто чай и хлеб на улицу унести? Да, конечно. А дрова у тебя есть? Дрова. Буквально вчера привезли. Я уж еще не успел наколоть. Как хорошо. То, что нужно. Данияр тебе поможет. И последними форму представит компания «Камень, ножницы, бумага». Интересное название. Главная задача школьной формы – уравнять всех учащихся. Но мы упускаем одну важную деталь. Эта школа особенная, и форма тоже должна быть особенной. Позвольте продемонстрировать вам наш вариант школьной одежды. Малиновые и бордовые пиджаки были популярны в лихие 90-е. Пусть они в этом времени и останутся. Мы слегка модифицировали стандарт школьной формы. Пиджаки будут изготовлены из твида, на локтях коричневые заплатки. Галстуки в серую полоску, под цвет юбок и брюк, белоснежные рубашки, обувь на усмотрение родителей. Но, конечно же, коричневые оксфорды подойдут сюда как нельзя лучше. Таким образом, выдержан стандарт министерства, а форма как из лучшей частной школы в Лондоне. Извините, а вы собираетесь показывать форму на манекенах? Да. Девушка, а вы читали регламент, когда готовились к презентации? Там было написано, что школьную форму нужно демонстрировать на школьниках. Ведь нам важно их мнение. Извините, Венера Муратовна, но мне кажется, это излишне. Мы и так видим, что форма хорошая. И как хотели наши дети, она удобная, модная и красивая. И что немаловажно, доступная. Да, да. Регламент есть регламент. Какой пример мы показываем детям? Есть правила, их нужно соблюдать. Ну, это уже мелочи. Мира Джафаровна, может, вы выскажетесь? А при чем здесь Мира Джафаровна? Я соглашусь с Венерой Муратовной. Этот вопрос должен быть решен только родительским комитетом. Администрация школы таких решений не принимает. Спасибо, Мира Джафаровна. Если честно, мы не знали об этом. Но если это так важно, надеть на школьника, то мы, наверное, можем кого-нибудь попросить, да? Да вы что? Для этого нужно было заранее получить разрешение от родителей. Думаю, со мной согласится весь родительский комитет. Мы дисквалифицируем вас за несоблюдение правил. В таком случае я принимаю решение единолично, как председатель. Мира Джафаровна, неужели ничего нельзя сделать? Мы правда готовились? Это же такая мелочь. Камила, запомни, мелочей не бывает, особенно в таком деле. Вы не можете поговорить с ним? Фиджан, извини, но заступаться и просить за вас я не буду. Я дала вам шанс, которым вы не воспользовались. Просто, знаете, глупо получилось. Мы с ней столкнулись у входа в школу и поговорили немного на повышенных тонах. Как вы думаете, это могло бы влиять на ее решение? Ребят, ну вы что? Мы же здесь взрослые люди. Вы ведь действительно не соблюли регламент? И не думаю, что Венера Муратовна руководствовалась здесь эмоциями. Это будет уроком для вас. В следующий раз лучше подготовитесь. Спасибо, Мира Джафаровна. Спасибо. Удачи вам, ребят. Маме привет. Обязательно.
паршиво как-то. Да, бывает. Ты не виноват. Да, конечно. Если бы я не сорвался, ничего бы не было. Опять облом. Не бери в голову. Я же знаю, ты и так себя за это ругаешь. Неужели я такой жалкий? Сначала на меня кричит Жанна, потом наезжает твой ухажер. Я все терплю. А срываю, значит, на женщине. Какой я мужик после этого? Перестань, я так не считаю. А какой ухажер? Как какой? Артур этот твой. Он не мой ухажер, это парень моей двоюродной сестры. А он что, он на тебя наехал? Ладно, проехали. Артуру звонишь? Алло, Мира Джапаровна. Здравствуйте, вас Бигджан беспокоит. Я знаю, вы для нас и так очень многое сделали, но могу я вас попросить о последней услуге? Вон там топор. Принеси сюда. Ты что думаешь, я колоть буду? Вот топор, вот дрова. Принимайся за работу. Все сложишь у этой стены. Спасибо, Теке. Если что, можешь посмотреть в интернете, как колоть дрова. Расплачусь, все бросишь, что ли? Что ты там бормочешь, сынок? Ничего-ничего, пап. Песенку напевай. Криво ты все сложил, сынок. Собирай заново. Венера Муратовна, это я, Бигджан. Мы сегодня вам школьную форму презентовали. Ну, я вам нахамил еще с утра. Вы что, меня преследуете? Я сейчас милицию вызову. Венера Муратовна, не надо милиции. Я просто пришел извиниться. Можете открыть дверь, пожалуйста? Мне нужно только 2 минуты. Молодой человек, уходите отсюда. Мне нечего с вами говорить. Я просто хочу извиниться. Я поступил неправильно. 2 минуты вашего времени, пожалуйста. Послушайте, если вы думаете, что эта ваша эпатажная выходка что-то изменит в нашем решении,
то вы ошибаетесь. Да ну перестаньте уж. Ну бог с ней с этой школьной формой. Венера Муратовна, то, как я повел себя сегодня с вами, было очень низко. Еще бы. Да, вы абсолютно правы. Мы проиграли, потому что мы плохо подготовились, а не потому, что я вам нагрубил. Тут дело даже не в форме. Просто понимаете, я всю жизнь рос без папы. Меня воспитывала мать, которую я очень уважаю. Возможно, у меня не было того человека, который мог бы научить меня быть жестким, упорным, сильным. Ну, в общем, быть настоящим мужчиной. Но моя мать, она всегда учила меня, как следует относиться к женщинам. Поэтому я прошу вас прощения. Мне аж не по себе от мысли, что кто-то мог так же нахамить и моей маме. Поэтому еще раз просите, встань. Вот видишь, можешь ведь когда захочешь. На этом, надеюсь, все? Или еще какие указания будут? Хорошо, что спросил. Пойдем. Это что, голова быка? Так точно. Вот тебе голова быка, вот огонь, а вот нож. Принимайся за дело. Пропалишь голову огнем, ножом ее очистишь и срежешь все мясо для супа. Я что, похож на человека, который умеет это делать? Ну вот сейчас и научишься. Да что вы за человек такой, а? Вам мало было мне просто отказать, да? Обязательно надо было меня унизить? Ну извините, что я у вас такой плохой, нелюбимый сын. Извините, что вы не гордитесь мной. Ты и вправду так думаешь? А что мне еще остается думать? Какой нормальный человек заставит своего сына заниматься вот этим? Ты же знаешь, я вырос без отца. И когда я был намного младше тебя, мне было лет 12. Я каждое утро с сестренками и братишками шел к отцу Тишкамбая. Мы весь день выполняли для него работу по дому. Кололи дрова, складывали в стопках, которые он рушил, если у него плохое настроение. Но это было не важно, потому что в конце дня он давал нам голову быка. Мы ее пропаливали, чистили и варили суп. Мы так питались. Но вы никогда не рассказывали об этом. Я об этом никому не рассказывал. Да ты бы и не понял. Но вот что тебе надо понять. Настоящий мужчина не должен быть беспечным. Мужчина должен пахать ради своей семьи. Стараться, несмотря на все трудности. Да разве я не стараюсь? Я и так все делаю, чтобы заслужить ваше уважение. Я же не виноват, что у меня не все получается. Вот ты говоришь, что я тобой не горжусь. Когда ты открывал свой цех, заработал себе машину, ты знаешь, как я тобой гордился? Ты даже мне деньги вернул, которые я тебе дал на бизнес. А я их у тебя не просил. И что ты сделал после первого крупного заказа? Стал гулять. Все крупные заказы провалил. Бизнес свой убил. А теперь еще и в карты, оказывается, играешь. Жизнь не всегда будет на твоей стороне.
Вон. Даже отец Зеркумбаев все потерял. Теперь его сын охраняет наш дом. Простите, пап. Я вас подвел. Поедут. А как же деньги? Да нам Бигдян написал. Мы крупный заказ взяли. Оттуда и возьму. Ну хорошо. Тогда пока. Пока, пап. Извинился? Я-то извинился. Только большой вопрос, приняла ли она мои извинения? Видимо, приняла. В смысле? Только что звонила Венера Муратовна. Родительский комитет утвердил нашу форму. Да ладно. Честное слово. Блин. Классно! Кто бы мог подумать пару месяцев назад, что я буду работать в швейном цехе, да еще и шить школьную форму. Да, один человек точно бы не поверил. Жанна? А я ведь из-за нее и пришел сюда работать. Меня как-то очень сильно задели ее прощальные слова о том, что я овощ и ничего в этой жизни не добьюсь. Она тебя плохо знала. Думаю... Овощ бы не пошел извиняться Венере Муратовне. Кушать не хочешь? Можно. Тогда я сейчас такси вызову. Привет, ребят. Привет, как дела? Дэн, ты откуда такой? Я вам принес запах села, дети мои. Фу, блин, не обязательно было его везти аж до сюда. Ёлки-палки. Закончили дела, я сразу же приехал к вам. Соскучился, оказывается. Как у вас тут дела без меня? Получили заказ на школьную форму. Серьезно? Это круто? Я вас верил. Алло. Ты как? Раскидал свои дела? Да, все в полном порядке. Слушай, вы кушать не хотите? Может, пиццу закажем? Да, мы как раз хотели съездить поужинать. Как говорится, хороший человек приходит во время еды, да? Поехали. Кстати, у меня тут недалеко машина заглохла. Подкурить надо. Может, на твоей съездим? Извини, брат. Я без колес теперь. В смысле? Ну, без колес и без долгов. Хорошие новости утра не ждут. Соседние школы узнали о нас и тоже хотят, чтобы мы им шили форму. Такую новость надо отпраздновать? Две хорошие новости. Нет долгов, есть заказ. Что, может, по шаурпишем? Ребят, ну давайте без шаурпов, пожалуйста, я вас умоляю. Не надо.